Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 августа. Память преподобных Кукши, священномученика, и Пимена, постника. Не место многим словам там, где дела представляют ясное свидетельство, как это можно сказать о сих блаженных, ибо блаженный священномученик Кукша, один из отцов Святого Печерского монастыря, был всем известен, так как крестил вятичей, помраченных ранее неверием, и просветил многих верою. Сей святый Кукша сотворил много преславных чудес, изгонял бесов, низвел дождь с неба, осушил озеро, сотворил много и других удивительных чудес. Наконец, после многих мучений, был усечен неверными вместе с учеником своим. В то же время в Печерском монастыре подвязался блаженный Пимен постник, угождая Богу. За свое великое пощение и труды он получил от Бога столь великий дар, что прославился не только исцелением больных, но и предвидением будущего и совершающегося в отдаленных и неизвестных местах. Сей святый Пимен исцелил многих болящих, пророчествовал много и предузнал о своем отшествии ко Господу за 2 года до кончины. Святой Пимен, прозрев усечение блаженного Кукши, находившегося вдали от него, громогласно возгласил среди церкви Печерской: «Брат наш Кукша в нынешний день умерщвлен!» Сказав сие, Пимен приставился в один день с святым Кукшею и учеником его в 1613 году. Таким образом, сии трое вместе получили тройственную радость, которую око не видело, ухо не слышало, и которая не восходила на сердце человеку. Сию радость приготовил Бог единый в Троице для всех любящих Его. Ему высылается слава ныне и в бесконечные веки и всегда. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.